Всем привет! Меня зовут Женя, я активно начинающий гончар-керамист. Я учусь и дружусь в гончарной студии Шилл & Ко в Запорожье. У меня с моими коллегами назрел проект благотворительной направленности. За последнее время накопилось достаточно много изделий. Это в основном посуда и интерьерная керамика. Мы приняли решение все эти изделия распродать и на вырученные средства приобрести необходимые вещи для Запорожского детского дома. Если у вас есть желание принять участие в нашем проекте, стать нашим соучастником и приобрести для себя красивые качественные изделия из керамики, для себя и для своих друзей, близких, вы мне пишите, звоните, используйте любые удобные для вас способы связи. Фотографии изделий, которые можно будет приобрести, я буду размещать на своей странице в Фейсбуке, также на других доступных мне ресурсах. Также я планирую провести несколько выставок в разных городах Украины, но об этом уже более предметно буду говорить позже. Давайте сделаем что-нибудь хорошее вместе. Пишите мне, надеюсь, до скорой связи.